Посмотрите, какой океан, какая луна, какая крепость. Какие манящие зеленые $100 в моих руках. Друзья, ну, по-моему, это лучшее место, чтобы спрятать для вас бутылку. Чтобы найти наше сокровище в порту, отправляйтесь на пляж Матосиньош. Заберитесь на крышу тоннеля, который ведет к форту Святого Франциска Ксаверия, и идите по ней до самого конца. Там слева будет горка камней. Под самым большим и спрятана бутылка со $100. Скорее на поиски. Этих денег вам точно хватит на одного краба в местном ресторане.